И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, King on Fire, Думич, All TV, Заварной Кофе, Дэн, Венера, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Ребята, сегодня очень классная, веселая рубрика «7 крокодилодонтистов и арена, где будут пацаны выживать». Правила очень простые. Кто останется выживший, тот и будет выживать на арене. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Так, ну что, давайте, нажимаем все одновременно, чтобы было по-честному. 1, 2, 3. Есть, я сразу умер. Ребята, я не буду на арене выживать. Вот сразу. Это хорош. Блин, это классно. Если вам нравятся такие ролики, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Залетайте в мой инстаграм. Я веду свой влог. Можете увидеть меня вне ютуба. И в дискорд тоже. Ссылочка где? В описании. Совершенно верно. Давайте, пацаны. 1, 2, 3. Что? Никто не умер? Никто. Да. Так, а чё у тебя? А, два зуба нажаты. Я ж хочу, чтобы никто не мухлевал. Хорошо, давайте дальше. 1, 2, 3. Опа! Сразу отсеялись. Ну, я подался. 1, 2, 3. Никто. Никто, пацаны, вы молодцы. Счастливые крокодилы у вас, пацаны. Анти-счастливые. Ну что, нажимайте. И что? Нет, чего? Вы так хорошо играете прям? А если втроем? Подожди, а ты не нажал? А, нажал. Что? Вам везет. Ну ладно, хорошо. Давайте. 1, 2, 3. Нажимайте. Опа! Ну что, заварное кофе. Иди на арену. Сейчас будем над ними издеваться. Сейчас помидорами будем кидаться в тебя. Не, ну можно и помидорами тухлыми кидаться. Я не против буду. Так, давайте. Давно у нас не было аниматроников. А вы уже кидаетесь тухлыми помидорами. Ну хорошо. Поехали, аниматроники начинают тебя мочить. Так, один аниматроник пока ничего не убивает. Давайте еще один. Давай, погнал, погнал. Так, сейчас его поймают. Есть. Ну, довольно-таки быстро ты слился. Я надеюсь, что буду дольше выживать. Это запах виноват во всем. Блин, а мне нравится эта рубрика. Классная. Я опять тут буду. Активируйте просто свои крокодилов-колдунов. Будем начинать второй раунд. Просто рубрика дня. Это, конечно же, круто. 1, 2, 3. Никто не умер? Да, никто. Никто не умер. Хорошо. 1, 2, 3. Никто. Чего? А может, нам бракованные крокодилы попались? Не-не-не, сейчас я кто-то может смотрю. 1, 2, 3. Опа! Один слился. Ура. Хорош. Так, поехали дальше. 1, 2, 3. Опа, еще. Эй-эй-эй! Я не хочу выживать! Я не хочу. А я хочу. Хорошо, значит, будешь. 1, 2, 3. Я выжил. Так, нас четверо, да, осталось? Ну что, пацаны, нажимайте. Опа, еще! Я живой. Опа, ребята, начинается решающая дуэль с All-TV. All-TV, ты хочешь выживать на арене? Да. А, ну все, тогда сейчас мы это сделаем. 1, 2, 3. Блин, я не хочу там умирать, но чувствую, придется. 1, 2, 3. Ну нет, пацаны, все, я побежал, я вспомнил, мне надо купить молока. Булечка с сосиской. Так, а кто будет мне монстра ставить? Давай я один. Давай, давай. Только не возле меня, а там где-то в уголку, чтобы я сразу не слился. Ну что, ребята, сейчас я покажу, как надо выживать. Так, отлично. Давай еще. Они что, вас тоже агрятся, вы же понимаете. Вы говно кидаетесь. Вы задрали куски говняшкины. Эй, тихо, тихо, тихо. Фокси, успокойся, придурейшин. Тихо, тихо, тихо. Эй, они все на меня загрелись. А нет. Хорошо, ребят, смотрите, как я долго выживаю. Знаете, я мишку в хайде. Опа, хорош. Они за тобой агрятся. Вы можете надо мной летать, тогда будут они за мной бегать. Тихо, тихо, тихо. Зафига я это подсказал? Я хочу жить. Они говно кидают. Ну, они, понимаешь, да, вы все закидали говном, они по говну плохо бегают. Ой, вот этот быстрый уже. Ребята, смотрите, как я хорошо тащу. А, ёба, ну со спины, гитаристы вонючие, я дёрнулся. Боже, чуть... Не подавился шлюною. Так, ну что, активируйте своих
зубатых друзей. Мне тут говном все закидали. Ну, ребята, ну давайте нормально говном кидаться. Так, поехали. Давайте, кто будет отчет вести? Давай я. Давай. 3, 2, 1. Опа, хорош, хорош. 3, 2, 1. Что такое? Ну ладно. На говно. 3, 2, 1. Да никто не умеет. Что такое? Они софтеры. Ага, я понял. 3, 2, 1. Опа, 2 слилось. Молодцы, да, да. Поехали дальше. 3, 2, 1. Блин, опять не хочу выживать на арене. Ну не хочу я. 3, 2, 1. Ну умри. Да ну как надо умирать, ты не умираешь. Что за говно собачье? 3, 2, 1. Я сейчас... Да ну нет. Ну нет, ну нет, ну нет. 3, 2, 1. Ну, да ну ё-моё, ну блин, проклятые зубы. 2 зуба осталось. 50. Да, давай. Вот это будет выигрышный. Вот это будет выигрышный. Давай, 3, давай. 2, 1. Есть, спасибо, что подсказал. Спасибо тебе. Мы с ним победители. Так, нет, кто-то из них... А, все, пацаны, вам придется тогда вдвоем на арене выживать. Идите. Бежим. Блин, а прикольно, что двое будет. Правильно, давай. Для всех. Пацаны, ну что? Я вам давай приготовил много монстра. Давайте медленных поставим, чтобы было смешнее. Все, закидываем, закидываем, ребят. На. Опа, есть. Давай, 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 ты сможешь. Беги, беги. Так. Давай, Венера, ты сможешь. Мы в тебя верим. А, давайте тогда. Давайте все, где Венера стоит, давайте все сюда летите, чтобы они на него агрились. Они слиплись как-то. Они слиплись, у них липкие жопы. Венера, молодец. Ты хорошо выживаешь. При том, что даже по тебе говном кидают, ты молодец, держишься. Венера, ты чего? Ну я пока монстров не буду добавлять. Мне кажется, это достаточно, чтобы проиграть ему. Он поиграл там неплохо. Не трогай меня. Далее. Что? Ладно, давайте я поставлю. Сейчас я их удалю, давайте быстрого одного поставим. Опа, о. Пошел процесс. А, он за мной загрелся, тогда буду где Венера летать. Радиоуправляемый. Ага. А вот закидали. Ладно, давайте еще одного поставим. Прощай, Венера. И еще одного. Летайте над Венера, не на нас агрелся. Ну, Венера, проиграй! Да как, он должен был умереть, я прям ногами коснулся. Ну-ка. О, все, его зажали. Все. Нет! Венера, ты чего? Самый лучший выживальщик, Венера! Читы плохо. Все, есть у нас еще быстрый монстр, ребята. Он дошел до 3 уровня. А че не бегает быстро? Он же быстро вроде бегает. Да он не знаю, он чуть не бегает. Это видно только, когда ты за него сам играешь. Понял. Поставь банз один. О, давай. На тебе банз. Ну, вот, загрелся за ним. Так. Заяц хочет убить. Еще. 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 Ну, давай, Венера. Ты знаете, сможешь. Есть. Убили. Венера, ты хорошо выживал. Выживали, молодец, наполовину. Авчик. При том, что их двое было. Ну, я поддался. 1, 2, 3. О, есть! Есть! Блин, ну, я умер, как конечно. Приятно умереть первым для того, чтобы победить. Это странно звучит, но в нашем ролике все необычно, как всегда. Так, у нас еще 5 человек. Давайте, раз. Мне нравится нажимать. 2, 3. Нормально. Молодцы, молодцы. 1, 2, 3. Опа! ОлТВ, все, ты победитель уже. Ура. Ура, молодец. 1, 2, 3. Опа! Ну что, решается King on Fire или Венера. Кто из них будет победителем? Финиш him. Но если вы сейчас появляетесь вдвоем, будете опять вдвоем выживать. Итак, 1, 2, 3. Опа! Ну что, Венера, давай, лети! Ребята, сейчас будут очень классные аниматроники. Ребята, как я и обещал, у нас будут марионетки.
А ты это бы... Ты что, дурочка? Не ломай карту нам! Да, в аренду её брали. Она не хочет со мной. Блин, не надо тогда нам карту ломать. Мы в аренду брали. Да ты чё? Да на карту ломай, я, ты дура! Что ты делаешь? Не ломай карту! Венера, ты живой? Да. Да не ломайте карту! Придурочный! Блин, ну ненормально так делать. А не карту сломал. Эй, не лом... Дурочки, не ломайте! Ну я куда ты побежала? Давайте чинить это все. Блин, ну классно. Мы теперь знаем, что можно выживать от марионеток в деревянном здании. Ребята, это же круто. Жамшут и Рамшат пришли, нам построили здесь кривые калитки. Ну все, мы заделали. Мы готовы к следующему раунду. 3, 2, 1. Нормально. Никто. Хорош. 2, 3, 1. Никто. Кто-то. Ага. Винара теперь уже не будет выживать на арене. С бешеными марионетками. 5, 2, 1. Есть! Есть! И рады! Класс! Венера, мы с тобой в одной команде. Танцуют все! Дима, на тебе по лицу. Эй, не кидай гомной. 6, 8, 2, 1. Ты хорошо читаешь? Нет! Опа! 3 человека осталось у нас. Я хотел повыживать. Ну что, успеешь? 2, 8, 1. Так, никто. Ничего себе. Девять. Что ты делаешь? Венера, это что ты? Опа, заварной кофе. Ну что, Дэн и King on Fire. Кто же из них будет проигравшим? Кажись, я буду. Ну, давайте посмотрим. 8, 2, 1, 6. Никто. 3, 2, 1. Зубов все меньше и меньше. Вот этот зуб будет проигравший, вот этот вот. Хорошо. 2, 1. Есть! А, ну все, вы вдвоем будете. А, вдвоем. Че, вы хотите опять марионеток или нет? Да-да-да, давай. Давайте, давайте, они сейчас опять будут все ломать. Готовы, пацаны? Короче, давайте я буду ставить аниматроников посерединке, чтобы вы понимали, что они будут оттуда появляться. О, прощайте. Ой, а у меня появилось это. Ой, они опять ломаются, ну не ломайте. Они калитки ваши ломают, расфризили. Вы чё, офигели? Они сейчас по всей карте расплодятся! Вообще, даже на шум мы заплатили до этого, офигели? Заражение сейчас... Опа! King on Fire, так. Дэнчик, я давай. Дэн, молодец! Они футболят заборы! Да? Офигели? Вы что, неадекватные? Вы психи! Это Дэн. Зачахайте, Витория, идите отсюда. Смотри, смотри, а Дэн выживает! Сейчас его убью, смотри. Не, не надо, не надо. Футбол, они футбол играют заборами. Ну, да как он там увернулся, вы видели? Сейчас его убью, смотри. Да нет, он же выживает. На тебе. Ой, я же говорил. 1, 2, 3. Молодчики. 3, 2, 1. Опа, а один отселся. 629, ну, 11, 16. Нормально. Я хочу, чтобы Дима остался. 13, 19. Так. Нормально, у меня сегодня отчет странный очень. Корень из 49. О, корень помог. Ну, помог. Так, число Грэма. Есть! Повезло мне. Кстати, это самое большое число в мире. Это число Грэма. Кто не знал. Так, поехали дальше. 1, 2, 3. Молодчик. Так, 3 человека осталось. 1, 2, 3. У нас забор горит. Да, блин. Да ничего страшного, стоит. Пацаны. Это ж на прокат все взято. Так, поехали дальше. Ой, а у меня один зуб не прожат. Я пропустил случайно. А у них, стой, стой, стой. А зубов у них одинаково? У этого один? Нет, я один пропустил, потому что надо. Немножко... Нажимай тогда. Ну, сейчас нажму. Ну, все. Дэн. Дэн опять выживает. Дэнчик. Дэнчик. О, мы сейчас тебе поставим вот этих чилипиздриков. О-о-о-о. Поехала, поехала, движу. Они тоже ломают все. Блин, с этого пака Five Nights at Freddy's 2 они все разрушают. Да они сейчас опять в футбол играть будут. Сумасшедший. Давай, Дэн, давай, мы в тебя верим. Еще ставлю. У нас опять забор горит. Ну ничего страшного. Кстати, они не выходят из заграждения, понимаете? Они просто выживают здесь, но никуда не уходят. Дэн, давай, давай, мы в тебя верим.
Да они уже все сломали, правда. Ну, а чё все горит? Я вообще не понимаю. Это вы поджигаете? Нет. А вы издеваетесь, что постройка сгорит не совсем, что ли? Ничего страшного! Дэн! Есть! Все, Дэн слился. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Ребята, мега взрыв! Всем пока. Вау. Всем пока. Да, ребята. Это было красиво. Это было эпично, как всегда. Геймер. Ох ты, ё-моё.